Добрый день, меня зовут Ольга Антропы, и мы снова в шкатулочке. Сегодня мы вам расскажем про шоу для Нуна Фелтинга. Что есть в нашем магазине? В нашем магазине есть два варианта маргеланского шелка, некрашенного. Один маргеланский шелк – это разреженный, и ширина его составляет 90 сантиметров. Другой вариант маргеланского шелка – это газ. Он чуть-чуть плотнее, и ширина его составляет 65 сантиметров. Прекрасно приваливается и очень красивые получаются варианты. Также мы красим маргеланский шелк. И отрезаем мы в косичке по 3 метра. И делаем вот такие вот всякие разные красивые цвета, которые вам пригодятся в ваших работах. Еще что у нас есть? Ой, столько всего много. Есть еще косички из эксельсиора. Вот они такие запечатанные, выглядят вот так. Трехцветные, такие вот пожамканные, и тоже прекрасно подходят для валяния. Есть огромные, красивые платки туалевские. Невероятно большие. Их размер составляет 110 на 1,70 м, 1,80 м. И они вот такие красивые, большие. Одного платка хватает на одно изделие, если оно большое. И вариации таких платков много всяких разных. Еще у нас есть такие небольшие кусочки шелка разноцветного. Мы немножко его собрали по цветовым гаммам. Бывает он белый, и тоже он прекрасно приваливается, подходит для различных фактур. И еще у нас есть такие вот наборы. Это больше подходит для изначально для батика. То есть здесь нарисован контур. Вы раскрашиваете и либо получаете готовый платок, либо этот платок можете использовать на фелтинге. Все эти шелка стоят у нас вот здесь, на этих полочках. И если вы... Ну и, конечно же, не забываем, что у нас в магазине еще представлено более 80 цветов шелка в рулонах на метраж. Это газ, шифон и эксельсиор. Вот здесь он у нас представлен. А по этому шелку мы вам специально показывали отдельное видео. И если вы что-то не найдете, то вы всегда можете обратиться к продавцу, и продавец вам обязательно искренне, по-доброму поможет найти и подобрать нужный цвет, нужный размер, ну и все, что вы захотите. Давайте вместе все валять и удивлять нас и вас своими шедеврами. С вами была Шкатулочка.